Собственно, после того, как я накрасилась тушью, мой повседневный макияж готов. Сегодня мне нравятся мои такие непонятные волны. Сзади у меня еще мокрые волосы, здесь у меня уже все высохло. А я думаю, я оставлю это все так. Сейчас выйду на прямую трансляцию с вами в Инстаграме. Если ты еще не подписан, то обязательно подписывайся. Я всегда провожу в трансляции. Кстати, хочу показать вам еще такую легкую прическу, когда вы оставляете вот здесь волосы, примерно убираете вот по вискам все наверх. В последнее время мне очень нравится эта прическа. Я думаю, как-нибудь сделать видео по прическам, именно какие быстрые прически вы можете сделать. Если вам это очень интересно и вы хотите, чтобы я сняла такой ролик, обязательно пишите в комментарии. Спасибо тебе, что ты смотрела это видео. Я вас всех безумно люблю. Обязательно подпишись на мой канал, а также поставь пальчик вверх, если тебе было это полезным, либо тебе просто понравился мой ролик. Я вас всех очень сильно люблю. Все как одна большая семья. С вами была Марина Круглова из Америки. И всем пока-пока. It overflows my cup and I hold up my hand. This will be my final. My head looks for answers that my heart already knows. I'm taking my chances.